Всех приветствую, с вами Android и Androidыч. Сегодня хотел бы поговорить о космическом экшене, который называется Photon Strike. В данной игре мы будем управлять разными космическими кораблями и уничтожать различных злобных роботов. По сюжету, в недалеком будущем роботы, которые были предназначены для поддержания космических станций, были оставлены на многие десятилетия сами собой. И на протяжении этого времени они превратились в угрозу, которая может уничтожить Землю. И ваша основная задача — это спасти Землю. В самой игре вам будет доступно три космических корабля, которые будете постепенно покупать. Первый будет доступен сразу, остальные будете докупать за игровую валюту, которую будете зарабатывать во время игры. Наш космический корабль может стрелять, это его оружие бластер, который мы сможем с вами улучшать. Также дополнительно будут различные оружия, которые здесь имеются. Это ракеты, это лазер и сателлит. Каким образом мы сможем их активировать? Достаточно нам просто во время уничтожения различных врагов собирать различные бонусы, которые выпадают. И чем больше мы их собираем, тем мощнее становимся. Это помогает нам выжить. В игре присутствует большое количество уровней, 200 уровней и 4 различных уровня сложности. Также в игре имеется 6 боссов, с которыми вам придется сразиться. Игра обладает достаточно симпатичной графикой. Ее особенность состоит в том, что в начале игры, когда вы начинаете любой из уровней, у вас 0 жизней. И для того, чтобы выживать, нам нужно уничтожать врагов. С них выпадают дополнительные штуки, которые мы с вами собираем. И это является нашей энергией. Поэтому вначале приходится туго. Но как только мы с вами набираем определенное количество жизни, там 50%, 100%, становится проще. В вас будут стрелять различные враги. Если что-то из вас попадет, у вас все сбивается, и вам придется накапливать с самого начала. Помимо этого, мы можем собирать дополнительную полезную штуку, которая называется силовое поле. В игре присутствует оригинальный саундтрек, и достаточно интересно сама игра выглядит и управляется интересно, и боссы. Короче, если вам нравится космический экшен, в котором вы сможете показать, на что вы способны, то эта игра однозначно для вас, тем более она бесплатна. Поэтому всем обязательно советую скачать, ссылочку я оставлю под видео. Мне она лично понравилась. А с вами был Android Android, всем пока!